Да. Василий Михайлов, команда «Градус», только что обыграли «Ангелов» достаточно крупно. Василий, ну с победой, естественно, и за счет чего выиграли? Спасибо, с победой. Ну, за счет чего? Наверное, за счет быстрого паса. Да, но все-таки ошибочки у нас есть, да, и соперник нас на этом поймал неплохо. То есть могли побороться и потерять очки в этом плане, но, слава богу, все как прошло удачно для нас, и 3 очка в копилке. «Градус» на что претендует? Какое место займет? Я думаю, что в тройку будем бороться. А что в первом туре случилось? Почему так 1-7 там горели, как в первом матче? Ну, там не было нескольких игроков основы, меня не было, допустим, еще пару ребят. Ну, может, и ребята немножко как-то вышли. Да ладно, 8-2 сразу проигрывают, но я думаю, просто не донастроились. Я понял. Ну, удачи, будем болеть за вас. Спасибо.